17 апреля в театре Первом, в Первом театре. Премьера спектакля «Тартюф». По Мольеру. Да, у нас в гостях режиссер спектакля и по совместительству всего лишь художественный руководитель театра Павел Жеков. Доброе утро. Доброе. Ну, то есть, прям по Мольеру, да? Классика или осовремененная? Как я не набожен, но все же я мужчина, сила ваших чар, поверьте, такова, что разум уступил законам естества. Отринув суету для радости небесной, я все же, сударыня, не ангел бестелесный, и осудив, но осудив за дерзость, часть вины на вашу красоту возложить должны. Неделя до премьеры, Саша все думает, что вы его возьмете. Саша знатный артист у нас в городе, он участвовал не в одном проекте творческом, спасибо. И как артист в том числе. Спасибо. И да. Такое знание текста и Мольера, конечно, вызывает уважение, Александр. Спасибо, спасибо. Да, текст остался тем же, мизансцены современные. То есть в кедиках все? Ну, не в кедиках, есть определенная концепция, по которой мы работаем, и это противостояние. Немножко-то приоткройте, чуть-чуть, ну, хоть что-нибудь. Ну, скажем, наверное, то, что будет интересно, на что можно пойти, то, что я бы назвал этот спектакль не «Тартюф», а «Тартюфы». Это, ага, вот так вот. Да, да. На мой взгляд, что мы сейчас находимся на таком этапе развития общества, когда все мы большие лгуны. И соблазнители. Ну, соблазнители не все, а вот лгуны все. Каждый добивается своего, каждый добивается своей выгоды, каждому кажется, что он прав, что именно только у него существует эта правда, самая настоящая. От этого мы и видим такие разногласия на страницах Facebook или ВКонтакте, такие непримиримые споры. Самое главное, что никто не хочет понять другого человека. А потому что все хотят быть правыми, и никто не хочет быть счастливым. Ну, наверное, все хотят счастливы, просто быть счастливым не знают, как это делать. Ну, вот. Вы видели «Тартюф» в своей жизни сколько раз разных постановок? Ну, я видел несколько постановок, классических в том числе. Ну, каких-то классических, естественно, сейчас замечательный век, что мы можем посмотреть это на том же Ютубе или еще, или в интернете найти какие-то постановки. Раньше... Да, есть же телевизионная версия, Боярский играет Тартюфа, если я не ошибаюсь. Ну, есть телевизионная версия, есть много разных классических постановок, есть европейские постановки, в основном Франции любят. Ну, это их классика, конечно. Наш Чехова, конечно, поэтому у них много. Вариантов много можно найти в соцсетях и в Ютубе, чтобы ознакомиться. Ну, у нас своя версия определенная, заточенная под нашу страну, под наш город, под наше время. Почему из классики выбрали именно его? Вот ну, про лгунов, то, что и вот, вот они натолкнули вас на это. Ну да, ты же живешь, тебе накапливается куча каких-то неразрешимых вопросов, почему мир устроен так, а не по-другому. А классики как раз они помогают разобраться в этом. Но классиков много, вы выбрали именно это, вот, этот материал. Тема обмана, тема... Может быть, у вас есть что-то такое из личного опыта, что вы решили вынести на работу? Конечно, личный опыт. Я как человек, которому я уже 10 лет обещают собственную площадку, и она уже практически построена. И все время, каждый год говорят, вот-вот откроемся, а на деле этого не происходит. Конечно же, я и с точки зрения личного опыта переживаю всяческого рода обманы и несоответствия. Поэтому я говорю, что может быть это не обман, может быть это и желание, но вот так мир устроен, что иногда нам приходится говорить одно, делать другое. Кто в этом виноват? До этого вы ставили что-то из классики? Или ну, это первый опыт? Конечно. Я поставил около 40 спектаклей. Классических? Нет. Разные. Добрая половина из них по классике. И вам уже, можно сказать, никакого страха за плечами нет замахиваться на такие материалы? Ну, знаете, страх всегда существует. Ты начинаешь работать над пьесой, у тебя, как я студентам говорю, у тебя открывается туман войны. То есть ты так ночью в тумане находишься с пьесой. Потом постепенно к утру все развеивается, появляется путь, куда ты идешь. И вот уже свет в конце тоннеля. И в итоге зритель видит уже ясный, чистый вариант с цветочками, с зеленью. А сколько проходит времени вот от того момента, как появилась идея, чтобы поставить, и как
до воплощения? Вот в вашей практике. Слушайте, ну по-разному бывает. И, ну, что касается вот таких больших вещей. Больших, ну, не меньше 2 месяцев. Иногда же спектакль начинает зреть намного заранее. То есть я вот эту пьесу, например, хотел ставить еще в том сезоне, но возможности не было. Но это она же во мне бродила, как-то там назревала, как хорошее вино. А потом, когда уже приходишь к моменту репетиции, ну, там 1.5-2 месяца минимум. Вы бы... Есть такая роль в этом спектакле, которую вы бы сами хотели бы сыграть? Или... Ну, я бы мог сыграть и Аргона, и Тартюфа, потому что там и тема и одного, и другого во мне есть. Но, скорее всего, вот сам Мольер играл Аргона. Uh-huh. Вот, я бы, наверное, Аргона, потому что для меня эта история, прежде всего, обмана вот этого Аргона, человека властного, который разочаровался в устройстве мира, в своих направлениях. И вот именно в этот самый момент, в момент его разочарования социальной вообще структурой, системой, скажем так, к нему приходит человек, который заманивает его в веру. И он поддается этому. Но вы уже не практикуете, да, выход на сцену вместе с артистами? Нет, как же, недавно был замечательная история. Сергей Николаевич Афанасьев, собственно, учеником которого я являюсь по актерской профессии. А недавно у него был юбилей, 30-летие театра, и был такой большой проект «Вишневый сад», где 10 лет, мы 14 лет назад поставили этот спектакль вместе с французами, ездили в Авиньон с ним, и во Франции выступали много раз. И вот сейчас, спустя 14 лет, было показано 2 спектакля «Вишневый сад» совместно с французами, я там тоже участвовал. Это не было как раньше, уже, конечно, переосмысление есть и роли, и себя в обществе, и в мире. И, конечно, это было очень интересно, именно вот эта машина времени, когда мизансцены, как-то люди все и... То есть еще лучше, чем раньше ощущения? Я скажу так, понимание больше. Больше становится, со временем становится больше понимания. Да, говорят, после 40 еще интереснее, да, Саша? Ну ладно, после рекламы вернемся. Присоединяйтесь к нам. У нас сегодня на 5-м ряду, 4-м месте художественный руководитель Первого театра Павел Ижаков. Доброе утро еще раз. Еще раз доброе. Собрались мы здесь по случаю прекрасного события. Премьера спектакля «Тартюф» намечена на 17 апреля. Давайте еще раз пригласим наших друзей-слушателей на это замечательное явление творческое, когда и где, и во сколько, и это, кого можно с собой взять. Да, это будет подземка. Это такой лофт-парк. Лофт-парк, да. Подземка. Необычная площадка. Необычная и очень интересная. Она, мне кажется, концентрирует в себе очень много какой-то молодежи такой интересной. Да, она именно... Да. Если бы мы говорили в 80-х, я бы сказал, да, в конце 80-х, я бы сказал, там собираются неформалы, да, ну да, так не скажешь. Ну, может быть, сейчас очень сложно, кто такие неформалы, сейчас, ну, да, настолько сейчас все формалы, да. Все настолько разные, да. Но, тем не менее, там интересная площадка, и за неимением своей, собственной, мы приглашаем всех наших зрителей туда, мне кажется, интересно, там есть и много ресторанчиков маленьких, которые mm-hmm. можно отдохнуть потом после, ну или кто желает, до, допустим, некоторые люди не могут посещать театральные события без предварительного посещения буфета, скажем так. Бутерброда. Да, там все для этого устроено, но это я не значит, что наш спектакль нельзя идти трезвым. Хотя он 18+, конечно. Все смешно, распространительница позвонила, сказала, вот 11 класс идет, у вас же 18+, я говорю, да. Вот 11 класс идет и хотят с собой 8 прихватить. За компанию, да? Да, я говорю, ну как, это же 18+, там темы такие нас государство обязывает, если там темы, связанные там с алкоголем, там с курением или там с эротикой какой-то. С эротикой, конечно, там, да. Вы обязаны ставить 18+, и мы ставим, но все равно к нам стараются прорваться старшие классы. Ну, так всегда. Ну, конечно. Ну, что они на самом деле, что вы в 11 классе, вот Александр, не знали? Я не знал 11 класса. Программу школьную не знал. Я уже был уже в училище. Поэтому, конечно, спектакль для взрослых, но мне кажется, что у нас взрослыми становятся с 16 все-таки лет уже люди, а не с 18. Никаких... Мы договоримся. Да, ну там сразу скажу, детей есть не будем, все остальные признаки
признаки современности, они, конечно, присутствуют. Ну, тут, мне кажется, с одобрения родителей, да? Если родители готовы показать что-то вот в таком роде ребенку с алкоголем и так и с прочими вещами 18+, ну, то просто, почему бы и нет? Да, я хочу сказать, что в теме есть, в теме Тартюфа есть определенное количество людей, они как раз молодые, там им от 16 там, до 20 лет, они это, ну, молодые. Те молодые и сейчас молодые, немножко разные. Слушайте, молодые. Слушайте, ну мы не делаем тех молодых, потому что мы не знаем, какие те молодые были. Ну, кстати, те, это которые в 16 уже женились, да? В 15, и никто им ничего против не говорил. Детей. Уже, да. И уже на войне побывали. Да. Да. А кто играет Тартюфа, я вот хотел поинтересоваться. Тартюфа играет молодой человек, потому что мне кажется, что лицемерие у нас молодеет. Да? Да. Поэтому у нас молодые люди очень хорошо учатся у старшего поколения говорить вещи, которые выгодны им, которые приведут. Они... Мою пятилетнюю сестру возьмете на спектакль? Маловато, да? Справится, мне кажется. Просто у Мольера он скорее такой зрелый мужчина. Зрелый мужчина, но у нас, видите, у меня вообще труппа молодая. Самый взрослый там Аргон, это играет Петр Владимиров, не старый человек. Саш, ну, мы с тобой понимаем, ну, что, конечно, что 40 лет еще не смерть. Вот, поэтому Аргона играет как раз человек взрослый. А Тартюф, на мой взгляд, он молодой. Он только он пробивает дорогу себе в жизни. Он ищет эти пути, поэтому ему выгодно. Он строит себе карьеру, поэтому он... Вот такой ракурс, да? Да, да. Он молод, он только учится. У него есть хорошие ученики, у него есть система, которую он может наблюдать и может в парадигме этой системы находиться и учиться врать. Расскажите еще немножко в таком, как мини-дайджест такой по другим спектаклям, которые вы тоже в это время сейчас показываете на разных площадках. Да, вот у нас в «Красном факеле», допустим, сейчас 3 дня подряд шли спектакли. Там это два из них моих, один Сережи Чехова. У Сережи «Блонди», спектакль современный, прям такой вот. Это тоже наш выпускник из театрального института, который сейчас довольно популярен стал в стране, ставит во многих спектаклях, мы очень гордимся этим. И вот в том числе идет этот спектакль «Блонди», такой очень современный для определенного круга зрителей, не для всех, скажем так, но нам он нравится, мы за него гордимся. Еще 2 спектакля Наташина «Мечта», это моя постановка про трудную женскую долю. Это моноспектакль? Нет, это на троих. Но он написан как там 3 диалога, но у нас на троих спектакль получился. И «Как ставятся пьесы». Это такая комедия, такой спектакль-капустник о наших внутренних закулисных делах. Закулисных, да? Делах, да, скажем так. «Наташина мечта» где идет и «Капустник» где идет? Ну, видите, мы на разных площадках играем. Все время по-разному, нужно звонить, конечно, администратору. Да, на сайт можно зайти, да, посмотреть, там все написано. Вот. Поэтому, ну, мы всегда ставим спектакль на свою площадку, мы там уже давно работаем, у нас есть помещение, не хватает только света. И вот мы ждем, наконец-то, когда этот свет подъедет, нам все его обещают. Говорят, вот-вот, на днях уже машина заказана, едет свет, вы будете запустить туда зрители, они будут наслаждаться. Поэтому ставим на свою площадку, а играем пока на других. Чем... У нас есть информация, что в Евразии будет, да? Да, там уже 5 лет идет стройка. С сибирским хором будете соседями, да? Соседями, да. Мы будем, надеюсь, очень дружными и очень любящими друг друга соседями. Массовки у вас будут много, если договоритесь. Не, могут и совместные быть проекты. Конечно, конечно. Итак, давайте еще раз. 17 апреля, 11 и 22 мая приглашаем всех на спектакль «Тартюф» в лофт... Парк «Подземка». Да, во сколько можно узнать на сайте Первого театра. Спасибо большое, Павел Южаков был у нас в гостях. Это еще не все. Павел, с вас история. Ну, я как руководитель молодого коллектива расскажу конфузную историю, такую, которая случилась в самом начале пути Первого театра, когда мы были еще в ДК Октябрьской революции, в 116-й, это где театр Афанасьева начинал, там на 40 мест, зальчик небольшой. И довольно сложно там было молодому коллективу, энергичному, находиться, потому что нас тетеньки, которые там работали, смотрели косо, мы там репетировали до ночи, а это никто не любит в ДК, когда там какая-то вольница идет такая театральная. И все время напряженная была атмосфера такая.
И тут я как-то прихожу, мы репетируем «Калеку с острова Нишман», и там была такая, это очень важная деталь, что яйца бились об голову в этом спектакле, Егор Овечкин их выбивал, и он вытаскивал оттуда содержимое яйца, чтобы это не разлеталось, закачивал воду. И там штук 5-6 этих яиц было. В итоге эти они яйца все высосали, поняли, были голодные же все, денег-то не было, мы работали там совсем, ну, как называется, за искусство. И за они, идею. Да, за идею. И они решили, чтобы этим яйцам не пропадать, они решили пожарить яичницу. Но вблизи не было никакой печки, поэтому они вышли из вот ДК Октябрьской революции, знаете, вот там на этом пересечении, развели костерчик и начали жарить яйца. Я прихожу, но я там смотрю, там все фотографируют, улыбаются эти тетушки, бабушки, которые так уже, они так и фотографируют, уже отсылают эти письма во все инстанции. Я говорю, вы с ума сошли, что вы делаете? Говорит, Паш, ну мы там, а что яйцам-то пропадать? Ну мы пожарили, мы все, мы тут за пожарную безопасность отвечаем. Ну это вот, чтобы иногда в молодом коллективе... Ну, надеюсь, это закончилось нормально и... Ну как, выгнали нас из октября. Вот так вот закончилось. Все-таки закончилось печально. Не жарьте яйца. Зато голодными никто не остался. Спасибо большое, Павел Ежаков. До свидания. И мы тоже говорим до свидания, до завтра. В студии работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.